осень, красота. Ездили, и наконец-то мы приехали на это озеро Харитоновка. Здесь у нас бивуак. Все, мы сейчас подкрепимся и пойдем рыбачить. Хотя Саша уже пошел, да? Санька, да. Ты хочешь первый заброс сделать? Проверить, да. Снасти проверить. А ты взял жирных червяков? Да. На большой улов мы не рассчитываем, потому что мы приехали отдыхать. Здесь сорога, окушки, щучка. Сырье. Ничего, что я только сейчас включила запись. Санюшка, как дела? Хорошо. Хорошо, я рада за тебя. Вот таких вот мы наловили рыбок. Они все стоят спинками, не видно. Но там в основном сорожки. Это оператор, который снимал сегодняшнюю всю рыбалку на Харитоновке. Да, это я. Вот. А, ну, она специализируется на сороге, ершах, маленьких окушках. Ага, еще сигах и кострах. На сигах сегодня Сашечка поймал сига. Два сига. Сижика, хоть бы сказали. Сига. Один вот такой. А второй? А второй? Чуть-чуть такая ширина у второго. Где-то вот такая, наверное. Да. Ну, хорошие, да. А у меня три сорвалось. Вернее, ветер был. Вот такая осенняя красивая природа на севере. Это озеро. Почти как из Иссык-Куль. Кого Иссык-Куль? Кого ты Иссык-Кулем обозвал?